Так, ну что ж, я, короче, поставил себе Valorant. Так, у меня уже есть учетка в Riot Games, так сказать. Типа. Да, вот они, мои друзья все из Лиги Легенд. Вот, тренировочку уже прошел, ну, а-ля КС, давай попробуем, типа, сыграть один матч. Посмотрим, что из этого выйдет. Кстати, вот что понять не могу, у меня настроечки не ставятся, да. Типа они сбиваются постоянно. В этом, наверное, минус. Типа. Приходится сворачивать в окно. Делать все заново. Вот. Вроде так, нормально. И все равно не то. Типа, блядь. Ставишь одно, получается другое. Да, вот типа вот. Вот это вот получается. Все равно заполнение идет. Бред какой-то вообще. Хоть в окне играй просто. Во, нормуль. Как-то так. Не знаю, сколько будет их искать матч. Вообще ни разу не заходил. Вот. Так, типа, что тут еще есть? Поддержка, выйти из игры, бла-бла-бла. Агенты. Ага, тут же еще умение. Понятно, купить нельзя. Это что, задание? Понятно. Так, где бесплатные? Что ты можешь? Гнев охотника, воскрешение, буря клинков. Ветер, подъем, вихрь, Матч что? О, найден. отлично, нашелся мальчик. Сейчас потестим. Типа не знаю ни карты, вообще, ну, типа ничего. Обучение по факту ну, такое себе. Давай возьмем вот этого. Сейдж. Понятно. А, я не ту взял. Можно отменить выбор? Ладно, понял. Воскрешение, сфера лечения. Короче, это типа саппорт. Можно взять кон... Как, блядь, отменить нельзя, сука. Ну, типа, да. Сейчас посмотрим, что за игра. Типа, я знаю, что в нее уже очень много народу играли. Очень много. Ну, вот, да, а-ля КС-ка, блядь. Че есть? Броня, щит, пулеметы, ППшки. Так, личное оружие. О, возьму вот это. Это, думаю, получше будет. Ух ты! Вот как, понял.
Понял. С той стороны, значит, заходят, да? Так, что тут еще есть? Спайк установлен. Даже не ощущается, что приседаешь, блядь. А, на четверку? Понятно. Ясно, я даже не знал, но я по привычке как в КС-очке начал обезреживать на это, на Ешку. Типа. Окей, что это? Угу. Рискну зайти с той же стороны, что заходил. Слышу какой-то звук, типа странный. Типа установки. Ля, ну хорош, ёпта, ребята. Один враг. Так, чё, я никого не убью, что ли, в этой игре? Спайк установлен. Как она громко топает, это пиздец вообще. Остался один игрок. Клатч. Ясно, типа возьму тяжелый щит. Так. Ну, вообще, да, типа по логике вещей она должна с ножом быстрее бегать. Так, сейчас со спины зайдем. Меня убьют. Типа что, все сдохли, что ли, или что?
понял. Остался один игрок. Ух ты, как меня быстро вышибли. Нормально, нормально. Окей, покупаем легкий, берем вот это. Чё, патроны? Че это такое? Сфера замедления. Как это работает, я не знаю. Нет зарядов. Да какого раза, блядь? Че-то тут ХП улетает прям вообще дико. А че, а где деньги? А, вон, вижу, понял. Так. Да, маленечко непонятно, но не суть. Прочь с дороги! Шутки кончились! Вам конец! Ну, прикольно сделали, на самом деле. Жаль, что нельзя через стены перепрыгивать. Наше преимущество. Здорово. Ёб твою мать, чё за хрень? Нормально, нормально. Чё я сыграл там? О, 2-3 счет. Ну да. Так, давай вот это, вот это. Если что, есть лишние деньги по одному. Понятно. О! О!
Завтыкал. Я меня что сбрила? Ну ёп. Как-то я не знаю, странно все. Теперь мы знаем, куда дальше. Ну, бля. Маршал, хуяршал, что это? О. Че? Ой. Оу. Остался один игрок. Со стороны, видать. Ястреб спайк установлен. О, тут даже слеповухи есть. Вау. Ну, типа, да, у риутов вот эта вся тема. Типа, умения там. Туда-сюда. Ну, с одной стороны, прикольная задумка, с другой стороны, это, ну, по большей части слизано с КС-ки. Даже вот этот спайк, который ставится. Та же самая бомба. Да, две точки. А, три даже. А, Б, С, типа. Видимо, вдохновились КС-кой и решили сделать что-то подобное. Но убивает здесь так же быстро. Типа, в КС-ке у тебя еще есть шанс выжить, а здесь два выстрела, и ты мертв, короче. Че по деньгам? Что тебе купить там? Ничего не куплю, денег нет. Стингер. Да, это пиздец какой-то. Чё-то ни прострелы, ничего не работает.
Ясно. Прекрасно знаю, где вы. Спайк установлен. Да. Мимо меня они не пройдут. А можно своих пороть? Сука, нельзя. Установлен. Вижу врага. Бай-бай. Шутки кончились. Вам конец. Чё по инфе? Нихуя, никакой инфы. Ясненько. Я перезаряжу. Последний раунд перед сменой сторон. А, ясно. 16 раундов. Понятно. И чё? Спайк установлен. Хорошо зашел, ничего не скажешь. Ну обезреживай, ёпт. Чё-то, можешь, девушка?
мощь. Ну ты серьезно, блядь, дура? Да. Заебись. Лол. Остался один игрок. Остался один враг. Надо быть. Пошара, блядь. Так, а чё? О, кнопка сдаться есть, ну как всегда. Гении, блядь. Чё по инфе, а чё по чём, блядь. Один враг. Вижу врага. Ну, ну нормально, нормально. Чему суетиться? Все равно. Тут пушка. Винтовки здесь вообще не нужны. Понятно. Спасибо. О. Нормально, нормально. И нахер здесь лестница, если залезть нельзя. Я думал, будет что-то интереснее. Хотя 7-7 типа. Да твою ж ты мать, а.
Нормально, нормально. Наверное, просто пристреляться надо. Ну, типа, все равно мы на 2 очка проигрываем. Да закройтесь. Сука, ну... Турели, блядь. Два потестим, потестим. Нет зарядов. Ну да. Посмотрел. Нормально. Нормально. Так, что это за хрень?
Ок, я понял. 19-й раунд уже. Деньги есть. Вам что-то нужно? Кому что купить? Сколько раундов там тут? До 13 побед, понял. Захватил. Заебись. Лошара, блядь. Через часок уже на работу топать. Не очень хочется. Зарядов нет. Шутки кончились! Вам конец! Пацаны слили, да. Красавчики. Лол. Так, чё, фантомчика взять? Так, тут автоматы. Отдал. Понятно. Ой, что-то понатыкал. Так. Да где? Понял. Ты не убьёшь моих союзников. Вот это мешает, прям капец вообще. Остался один враг. Сука. А, так, подожди, у нас 4. Интересно. Ставлю сигналку.
Понятно. Где купи ее? Так, фантом. А, сука, ну сзади. На карту не смотрю. Теперь точно последний. Сука, притягивает. Сука, крыса. Решающий раунд. Ой, не то. Вот это. Ну и че, все, и все. А, ну все. Победа нападающих. Ясненько. Нормально, чувак.
Ну-ка. А, ну вот тут эта тема есть. Сыграть снова я не буду. Ну ладно, типа, на этом пока хватит, да.